Вольное экономическое общество России представляет аналитическую программу «Дом-Э». Добро пожаловать в гостиную «Дома экономиста», где об экономике знают все. Автор и ведущий программы, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов, приглашает к беседе известных российских и зарубежных экспертов. «Дом-Э». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас в Дом экономиста Вольного экономического общества России на передачу «Дом-Э». Сегодня мы поговорим о бизнесе. Кто выживет в новой экономике? В гостях у нас сегодня Антон Викторович Данилов-Данильян, сопредседатель деловой России, заместитель председателя Общественного совета Минпромторга России, председатель экспертного совета Фонда развития промышленности. Здравствуйте, Антон Викторович. Добрый день, Сергей Евгеньевич. Ну вот, Антон Викторович, пандемия коронавируса и кризис, в общем-то, привели к остановке, я бы сказал так, целых сегментов российской экономики, да и не только, в общем-то, российской. Ситуация достаточно тяжелая, бизнес несет большие потери. Для некоторых они критичные, для некоторых не очень критичные. Но, тем не менее, вот у меня есть данные опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований, НАФИ. Российские предприниматели, по их данным, трудностей не боятся. 88% опрошенных не готовы уходить из бизнеса, несмотря на все сложности там, вот этого карантина, пандемии и так далее. Они меняют бизнес-процессы, там, они ищут новые там, рынки сбыта, другие сферы деятельности, ну, там, возможности переформатировать бизнес с учетом реалий там, карантинов, там, возможных будущих карантинов и так далее, ограничительных мероприятий, ну и прочее. Вот как вы, как руководитель одной из крупнейших предпринимательских структур России, оцениваете настроение российских предпринимателей? Совпадают ли они с этими оценками? Или у вас есть другой взгляд на эти вещи? В целом настроения действительно такие. Пессимизм достаточно значителен. Но в то же время хочется отметить, что некоторые отрасли вовсе не пострадают от этого кризиса. Уж извините, все, что связано с производством лекарств, медицинской техники, должным образом зарегистрированное, оно не просто не падает, оно активно растет. Причем там уже двузначные величины роста идут. Не очень падают и многие другие отрасли, которые завязаны на государственный заказ, на обеспечение деятельности государства в целом, в том числе аппарата. Не падают, в общем-то, и те, кто работает на продовольственных рынках. Есть, конечно, падение, особенно тяжелая история – это туризм. Но вообще, давайте вот посмотрим чуть-чуть назад. Почти все кризисы, так или иначе, характеризовались двумя вещами. Какая-то отрасль инициировала кризис, и там было самое глубокое падение. Это могут быть, скажем так, доткомы. Это могут быть ипотечные, жилищное строительство. Это как кризис 2008 года. В нашем случае это туризм, потому что что такое пандемия COVID-19? Это ограничение на движение, в первую очередь. Все, что связано с туризмом, гостиничный бизнес, те же самые авиаперелеты, народные художественные промыслы, и все, что делается ради туристов, это, естественно, тоже страдает уже как следствие. Другое дело, что ограничение перемещения, ограничение работы определенных бизнесов, ну, закрыли возможность для работы магазинов, которые ориентированы не на продовольствие. На многие-многие предприятия малого и среднего бизнеса, бытовые услуги там и прочее. Но после того, как это все откроется, извините, они очень быстро все восстановятся. Кое-кто, конечно, разорится, но святое место пусто не бывает. На их место тут же возникнут другие, очень похожие, хотя и более цифровизированные. Скажите, пожалуйста, а вот российский предприниматель, он реагирует на вот это вот технологическое новшество? Ведь многие, знаете, вот, например, арендодатель и арендатор. Вот сейчас есть законодательные инициативы и законы принимаются в поддержку арендаторов. Так? Но, с другой стороны, арендаторы сейчас очень многие сворачивают размеры арендуемых помещений, потому что многие сотрудников, они поняли, что можно их функции выполнять удаленно. И нечего тратить деньги на их рабочее место. Это экономия времени, потому что одно дело, когда он там дома что-то делает и не отвлекается на это, а другое дело, что с сотрудниками, коллегами, то все перебросился словечком, там, да, значит, личное письмо отправил еще, между прочим, рабочее время, ну и так далее, и тому подобное. Значит, и все это экономия.
значит, и это может быть повышение эффективности. Поэтому в этом плане для такого рода бизнесменов это хорошо. Но а для тех, кто сдает в аренду, это как раз плохо, потому что помещение, в которое вложены огромные деньги, там, да, подготовлены там, ну, не знаю, коммуникации, там, прочее, да, эти деньги сейчас неокупаемы становятся, да, и здесь трудно заместить чем-то другим. Скажите, пожалуйста, вот эти новые технологии, они какие сферы все-таки, ну, улучшат свое состояние, да, а кому-то придется, так сказать, не словно хлебавши пожить? Ну, знаете, общая зависимость такая, чем более обеспеченными являются граждане и бизнесы, тем больше у них возможностей для удаленной системы работы. Это в среднем. Потому что, конечно, высокие доходы у тех, кто занимается программированием, IT, разработкой самого разнообразного программного обеспечения, систем удаленной автоматизации управления самыми разными процессами и прочее. Топ-менеджеры. Ну, если посмотреть на день топ-менеджера повнимательнее, то выяснится, что при наличии электронной цифровой подписи, в общем-то, его присутствие на рабочем месте не нужно. Конечно, если есть возможность проводить конференции и прочие технологии задействовать, которые позволяют работать со своим персоналом, со своими сотрудниками, давать им соответствующие указания, поручения, проверять. Вот если совещания личного рода, какие-то особенные, где есть угроза, там, скажем, раскрытия промышленной тайны или еще каких-нибудь обстоятельств, там, конечно, требуется личное присутствие. Но для этого не нужен большой офис. Для этого достаточно снять комнату в коворкинг-центре в том или ином. Вот этот бизнес сейчас будет очень активно развиваться. Кроме того, пойдет перераспределение офисов. Многие бизнесы действительно поняли, что им не нужны такие большие офисы. Но все равно им какое-то количество понадобится. По крайней мере, в тех двух бизнесах, где я возглавляю советы, хотя один из них бизнесом нельзя назвать, речь идет о фонде развития промышленности, действительно часть сотрудников, ну, просто не требуется постоянно на этом рабочем месте. Они могут раз в неделю приехать на некое совещание, вот, а так, в общем, будут работать дома. Чем более обеспеченный сотрудник, тем больше у него возможностей для организации нормальной работы дома. У него наверняка есть отдельная комната, где ему не будут мешать домочадцы, и тем самым будет эффективная производительная работа на дому. Но есть огромный пласт технологий, которые позволяют сейчас внедрять автоматизированные системы управления. Это не только, собственно, какие-то транспортные средства без экипажей, да, но это огромные технологические процессы, которые фактически могут работать без участия людей, без участия человека. Безлюдные фабрики, безлюдные технологии. Совершенно верно. Вот это будет очень активно развиваться в России, да и вообще в мире. И те люди, которые будут писать для этого программное обеспечение, конечно, будут заняты. А это люди, которые не работают в офисах чаще всего. Им легко можно организовать работу из дома. Все это, конечно, тектонические сдвиги вызовет в промышленности, в экономике в целом. Но хочу обратить внимание, что это все уже было заложено. Эти тенденции уже имели место. Коронавирус, точнее, последствия этой пандемии, лишь усилили, ускорили эти тенденции, и мы видим, как это сейчас уже происходит. Да, это действительно фактически, как однажды один из наших коллег на нашей научной конференции «Вольное экономическое общество» сказал, пандемия – акселератор многих процессов, как физический ускоритель, значит, который выявляет многие-многие вещи, которые в мире существуют, уже есть, да, значит, но не видны невооруженным глазом. А здесь огромный микроскоп или, если хотите, телескоп, который позволил нам на них посмотреть более внимательно, на эти проблемы. Ну вот, имея мнение и не только нашего научного сообщества, но и специалистов, которые работают в Академии наук. У меня, в частности, есть небольшой комментарий колумниста российской газеты, известного российского экономиста-специалиста Якова Моисеевича Миркина. Дом-э. Мы еще не знаем сценариев, как будут развиваться события в этом году и насколько жестким будет падение российской экономики, остановилось оно или оно будет углубляться. Понятно, что выживет бизнес
гибкий. Тот, кто умеет думать, тот, кто ищет новые возможности, тот, кто пытается приспособиться к клиентам, тот, кто не задолжал слишком много, тот, кто пытается воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, знает их, вовремя обращается и как бы получает по максимуму. Наверное, выживет тот бизнес, который готов генерировать новые идеи и новые продукты, что называется, с колес, те, что нужны нам в условиях таких острых шоков. Кто еще выживет? Конечно же, будет выживать крупнейший бизнес, в первую очередь сырьевой, будет чувствовать себя неплохо, потому что произошла девальвация рубля, которая частично компенсирует потери, понесенные сырьевым бизнесом при падение цен. Ну и мы, конечно же, понимаем, что государство будет оказывать максимальную поддержку именно крупнейшему бизнесу, в том числе бизнесу с государственным участием. И это значит, что весь подрост, который окружает крупнейший бизнес, все средние и мелкие предприятия, которые рядом с ним являются подрядчиками, они тоже будут чувствовать себя неплохо, потому что на них будет распространяться эта поддержка. Проблемные зоны – это регионы, где человеческая и денежная пустыня, особенно 15-20 регионов, которых, ну, по сути являются зонами национального бедствия, где очень низкие доходы у населения, низкая продолжительность жизни, очень немного производственной деятельности. Для них очень важна будет поддержка. Дом-э. Ну вот, Антон Викторович, скажите, вот я беру данные того же центра НАФИ. 28% предпринимателей перепрофилировали бизнес или стали предлагать новые там продукты, услуги и так далее. Перепрофилирование – это коснулось не только медицинских центров, которые во время пандемии перепрофилировались, но и многие бизнесы. Да? И здесь, конечно, не только речь идет о новых технологиях, но и о том, что вообще радикально меняется направление бизнеса. Вот какие вы видите варианты, какие-то пути выхода из кризиса для предпринимателей в этом направлении? Давайте так. Перепрофилирование – это еще и изменение вида товаров и услуг, которыми занимается соответствующая компания. Понятно, когда вы, допустим, продавали телевизоры в каком-то торговом центре, торговые центры соответствующие закрылись, теперь вы перепрофилируете, в смысле, что теперь вы осуществляете доставку этих телевизоров, а заявка идет через интернет, через сайт соответствующий. Гораздо сложнее перепрофилироваться с точки зрения освоения новой продукции как таковой. Здесь меняется само содержание. Тем не менее, те, кто могли выпускать, скажем, те же самые медицинские изделия потенциально, но до того, например, выпускали ликероводочную продукцию, соответственно, некоторые из них стали больше внимания уделять различным дезинфицирующим средствам, ну, также с большим содержанием спирта, там 66% и выше. Вот. А вот это тоже простое перепрофилирование, сравнительно. То есть она не требует очень существенных вложений, капитальных вложений в это действие. Но гораздо сложнее будет перепрофилироваться тем, кто понимает, что возникла не просто в один год, а может быть в два, в три года пауза в активном потреблении тех товаров и изделий, которые не делали раньше. Тот же самый туризм, да? Или такая штука, которая сопровождает любой кризис, а именно товары длительного пользования. Автомобили, наверняка пойдет так или иначе, недвижимость, ювелирная промышленность с соответствующими многочисленными изделиями, приятными, но без которых можно обойтись. Что делать этим отраслям? Вот тут вот очень большой вопрос. Зачастую перепрофилироваться просто так будет невозможно. И вот в этих отраслях чаще всего и происходят определенные сдвиги. Где-то это концентрация, где-то это переделы рынка. Прав Миркин, действительно, кто больше задолжал, у того и проблемы, тот, скорее всего, не выживет. Кто меньше задолжал, у того больше шансов. Вот в этих отраслях, на них это в первую очередь отражается.
Но также требуется обратить внимание на то, что некоторые товары и услуги просто естественным образом перейдут вот в эту вот виртуальную схему. Ну, например, образование. Если вы раньше хотели обучить работника, вы брали соответствующего мастера, рядом с ним ставили подмастерье, мастер описывал и показывал ему, как работать на соответствующих технологических процессах. Естественно, подмастерье, ну, в кавычках, молодой работник, да, выпускник ПТУ или даже, может быть, вуза, внимательно за всем за этим наблюдал и так далее, то теперь выяснилось, что есть технологии, которые позволяют просто фиксировать, что происходит в соответствующих производствах в трехмерном изображении. Достаточно иметь соответствующие на уши, на глаза необходимую технику надевать. И все критические аварийные ситуации, которые могут возникать, он точно так же начинает тестировать, как если бы он был там на месте или в специально обученном центре. Обратите внимание, здесь чисто дистанционное обучение. Как я уже сказал, можно и продукцию перепрофилировать тоже. То, что не требуется в рамках обычной экономики, начинает требоваться в рамках вот этих виртуальных историй. То есть очень много специфических, например, электронных частей для того, чтобы делать эти устройства, которые теперь пользуются спросом. Вот опять же на глаза, там на все, что сопровождает 3D-моделирование. Вот. Само производство меняется, потому что не нужны какие-то большие станки. Вы начинаете делать, допустим, с помощью аддитивных технологий, у вас 3D-принтинг, вы начинаете производить детали, продукцию из самых разных компонентов просто внутри одного и того же станка или прибора. И так далее, и тому подобное. Тут современный прогресс предоставляет огромное количество самых разных вариантов. И нету единого рецепта. То есть каждый предприниматель, каждое предприятие должно само для себя решить, в какую сторону двигаться. Ну, Антон Игоревич, вот могу сказать, что экономика и предпринимательство – это, в общем, такие вещи абсолютно неразделимые, на мой взгляд. И если мы говорим о нашем сегодняшнем месте нашей беседы в Вольном экономическом обществе, то у нас в обществе, которому в этом году 255 лет, будет такой юбилей, такая задача, как поддержка предпринимательства, я бы так сказал, да, значит, она всегда стояла, ну, во главе угла. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о Николае Васильевиче Верещагине, члене Императорского вольного экономического общества, создателе новой отрасли народного хозяйства – масло и сыроделие. Без этого не было бы сегодня у нас этой отрасли. Он был инициатором крестьянского артельного маслоделия. Дом Э. Октября 1839 года в деревне Пиртовка Череповецкого уезда родился будущий создатель новой отрасли русского народного хозяйства и активный член Вольного экономического общества Николай Васильевич Верещагин. Свое детство он провел в кадетском корпусе для малолетних вместе с младшим братом Василием Верещагиным, вскоре ставшим выдающимся русским художником и автором знаменитой картины «Апофеоз войны». В дальнейшем Николай Васильевич окончил морской кадетский корпус, а затем и естественное отделение Санкт-Петербургского университета, будучи уже офицером. Женившись и окончательно оставив военную службу, в 1965 году он уехал в Европу для изучения молочного дела. В Швейцарии он впервые познакомился с артельными сыроварнями, куда фермеры поставляли молоко, разделяя между собой доходы, получаемые от продаж молочных продуктов. По возвращению в Россию Николай Верещагин обратился в Вольное экономическое общество с инициативой организовать крестьянские артельные сыроварни. Общество поддержало это предложение, выделив средства на его реализацию. 19 марта 1866 года он открыл свою первую сыроварню в Тверской губернии. В течение последующих нескольких лет открылись десятки подобных предприятий по всей России. Чтобы распространить свои идеи как можно шире, будучи активным членом-корреспондентом Вольного экономического общества, Николай Верещагин начал публиковать свои статьи в прессе. Помимо массовых и отраслевых изданий, многие из его работ появлялись в ежегодниках и трудах общества. Постепенно его деятельность приобретала массовое признание. Продукты, произведенные на его артелях, получали многочисленные награды на российских и международных
международных выставках. Именно Верещагин открыл миру новый сорт вологодского масла, которое по недоразумению в течение многих лет называлось парижским. Усилиями Верещагина Россия в начале 20 века вошла в число ведущих мировых экспортеров масла. До начала его деятельности страна практически не вывозила сливочное масло за рубеж. Уже в 1897 году его экспорт превысил 5,5 миллионов рублей, а в 1905 году и все 30 миллионов рублей. Но главный феномен Верещагина заключается в том, что он, как истинный предприниматель, сумел создать совершенно новую отрасль без личных вложений и без административного ресурса в тот непростой период, когда в стране еще даже не существовало необходимого оборудования и условий труда. Все это он создавал с нуля, переживая на пути и успех, и проблемы, и неудачи, но никогда не останавливался перед своей целью. Пожалуй, это именно качество отличает успешных предпринимателей и в наши дни. Последней масштабной работой Николая Васильевича стала подготовка национального павильона молочного хозяйства для Всемирной выставки в Париже. 13 марта 1907 года Николай Верещагин умер в родовом имении, оставив после себя новую активно развивающуюся сельскохозяйственную отрасль и более 60 научных работ и статей, многие из которых не потеряли своего значения и в наши дни. Дом Э. Кризис – это время возможностей и время одновременно перемен. Я бы хотел спросить, вот как мы должны, предприниматели России, меняться? Сами по себе предприниматели должны, конечно, получать больше и лучше образование. У нас, собственно, обучению профессии предпринимателя практически не уделялось никакого внимания. Соответственно, очень часто люди оказываются, особенно в малом бизнесе, не готовыми к очень резким переменам, в том числе сжатию спроса, к сбоям в поставках товаров, к отказам банков в предоставлении финансирования и к многим-многим другим факторам. Вот этот рисковый момент в деятельности предпринимателя и возможности по-разному на них реагировать – это очень важный элемент образования. Второе, что я бы здесь отметил – план правительства по обеспечению мер по уже выходу из кризиса. Мы, кстати, принимали участие в подготовке этого плана. Он действительно содержит огромное количество самых разнообразных мер. Разной стоимости, что называется, да, то есть тех затрат, которые государство вынуждено будет сделать на реализацию этих пунктов плана. Но это и хорошо, потому что наша экономика диверсифицирована. У нас очень много различных ситуаций, которые грубыми, большими мерами, малым числом мер просто не охватить. Дьявол очень часто кроется в деталях. И для того, чтобы помочь самым разнообразным бизнесам, требуется учесть эти детали. Поэтому так много мер. Это нормально. Чем более диверсифицирована экономика, чем больше в ней отраслей собственного производства, импортозамещения. Но, с другой стороны, чем сильнее она и товары, соответствующие услуги, конкурентоспособны на внешних рынках, тем более устойчива экономика к любым кризисам, потому что они касаются, как я уже сказал, только некоторых отдельных отраслей. Чем больше отраслей, тем больше устойчивость. Ну и последняя, наверное, рекомендация. Надо заготавливать заранее некоторые модули, некоторые решения. Не вводить их в действие, но вот держать их в кармане на случай вот развития негативных событий со стороны правительства. Вот как есть там, скажем, блок решений на случай военного времени. Не дай бог он вообще будет использован, но он есть. Точно так же и применительно к разного рода кризисам в разных отраслях нужно иметь эти решения наготове. Хотя надо отдать должное, что и Центральный банк, и правительство по количеству, разнообразию и скорости принятия решений в этот раз гораздо более эффективно действовали, да, чем в 2014-2008 году и еще более до того. Вот. Учатся, спасибо им большое. Действительно, иногда даже удивляешься. Знаете, как во времена Бориса Николаевича Ельцина, в понедельник встаешь и слышишь какая-нибудь политическая загогулина очередная. А здесь вечером включаешь новость, очередная загогулина со стороны правительства, чем поддержать еще бизнес, что еще сделать. Все это показывает, что Россия жива, дышит, и бизнес в этом плане находит тоже свою нишу и свое место. Главное правильно и хорошо восстановиться и продумать
меры на дальнейшую жизнь, учитывая вот эти самые уроки кризиса. Необходимость трансформации бизнеса, чтобы можно было быстро переключиться из одной сферы деятельности в другую, имея для этого и технологические мощности, и производственные какие-то силы, и сотрудников соответствующих и так далее. Значит, для этого необходимо совершенно справедливо и переподготовка, и менеджмента, и переподготовка специалистов, то есть изменение системы подготовки кадров, работы с людьми, ну и так далее. Очень много чего нужно вынести, можно вынести из этого кризиса, и очень много чего нужно нам сделать. Спасибо большое, Антон Викторович, за беседу. И, уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго. До новых встреч. Всем здоровья.